хочешь игры? Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз, да, с вами по-прежнему Каспер и Дред сейчас со мной будет, сейчас со мной сейчас будет не только Дред, с нами будет еще один человек. Дред, закидывай его сюда к нам. Обязательно, Роман, это я готов сделать. Так. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, здравствуйте. Вы как-то немного тиховато, приглушенно так говорите. Да, а вот так лучше? Вот так, да, так вроде поприятнее. Намного лучше. И Алексей. Я помню, да, конечно. Open Enable Open Mic. Это очень важно, потому что наши зрители в Dota TV тоже хотят вас слышать. Конечно, я безусловно. Я думаю, там все норм должно быть. Так, ну что, Алексей, может быть, немножко, скажем так, расскажете нам про RocksKiss, в каком они состоянии сейчас, как... А я откуда знаю? Откуда я могу знать? А зачем тогда вы нам нужны здесь, простите? Может быть, про Квантик вы что-то знаете определенное? Пата очень мощный. Так, ну это да. Кстати, сейчас он не под фейком уже играет. Я пацанам рассказал, что надо. Надо сильные лайны пикнуть и на линиях убить их. Потому что в тимплее не переиграют. Не, ну мы видели, что Квантики действительно на линиях неплохо себя чувствуют. Но они в прошлой игре там просто все выиграли, что можно было. Open Mic Threshold влево или вправо? Влево. Посередине. Ну так, чтобы он, когда ты говоришь, чтобы оно нормально срабатывало. Чтобы не пропадали звуки. Говорю. Вот, как можно левее, но не до упора желательно, потому что мы после International Valve там что-то делали. Все, я норм сделал. Иногда шипит. Ну отлично тогда. Все с бан сразу от Rocks of Wisp. Право первого пика будет у Квантиков. Ну, в нынешней доте, возможно, даже второй пик выгоднее, чем первый, потому что можно забрать сразу двух героев. Да. И в свою очередь на второй стадии пика забирается только один, опять же, вместо двух. Ну вот сейчас получается прикол в том, что слишком много, скажем, хороших героев уже игроки открыли. И действительно, возможно, забирать сразу двух героев это лучше, чем забирать первым кого-то. Но это уже такое, это уже ситуативно. Да, ну на самом деле с таким расширением пулов героев приятно, конечно, то, что Dota становится как бы больше играют команды какими-то определенными стратегиями, вместо того, чтобы напикать одних и тех же героев и делать постоянно одно и то же. Ну мы с таким сталкивались буквально почти весь там прошлый год, да, то есть тогда еще не было такого широкого пула героев, да, их было много, но все равно у нас постоянно фигурировали там штук, ну, 25, наверное, героев, и все. И постоянно одни в бане, одни в пике, там как-то перемешались. Сейчас действительно пул намного шире. Да, сейчас тоже играют много одинаковых комбинаций, но все равно в случае чего команды могут себе позволить целиком полностью отдаться вот какой-то необычной стратегии, которая тоже рабочая, то есть для которой надо там чуть более, например, ровные руки. Да, значит, first pick у нас Бэтрайдер, Нага, Сирена, и вот думают над вторым пиком сейчас команда RocksKiss. Вот есть у нас еще Деваурер в пуле.
На самом деле, это один из самых сильных героев, я считаю, сейчас. Я не знаю, на чем они думают. Тем более, что я им наказал, чтобы они взяли сильный лайнен. А кто может быть сильнее Дестройера один на один? Ну вот, ну, вообще, да, есть никто. Герой. Разорт очень силен и, в принципе, один-один побеждает Дестройера. Ну, там можно задоджить этого Разора. Медведь поставить. Еще неплохо, я смотрел на Интернешнале, с Дестройером стоял. Не, ну Медведь это, по идее, наверное, похуже стоит все-таки. В теории-то есть, конечно, герой, но на практике оказывается, что ОД, он все-таки очень сильный мидер, в особенности за счет того, что у него есть возможность еще подсуппортить, как бы, ганк для своих суппортов, то есть синициировать его. Ну, он вообще гораздо полезнее по игре, под него можно делать пики. И вот, кстати, Алексей, о чем вы и говорили, берут Фуриона, Рукскиз, и сразу же, не задумываясь, Квантики отвечают Outworld Devourer'ом. Ну, я знаю, что у Квантиков есть заготовки, я смотрел очень много игр. Вот они часто берут под Деворера либо Шторма, либо Тинкера, и это реально работает. Когда у этих героев много маны, становится гораздо жестче. Ну, кстати, вот с Тинкером действительно интересная задумка, потому что там, ну, все скиллы, да, активны, и как бы вероятность того, что хотя бы один, там, два сработает, это достаточно большая вероятность. Что ману можно неплохо регенить. Плюс еще там, как обычно, каких-то айтемов можно насобирать. Но это уже другая история. Да, и в общем, Квантики, не задумываясь, опять же, банят Разора на третий пик. И я считаю, вот в первых двух пиках сейчас Квантики перепикали команду Рокскиз, потому что в итоге Роксы остались с Нагой и Фурионом, в то время как у Квантиков два, наверное, самых жестких сейчас героя. Это Бэтрайдер и Outworld Devourer. Ну, я думаю, они не просто так отдали. Видимо, что-то подумали, что у них получится. Ну, прикольно, если ты имеешь Фуриона, идти драться. Типа, у тебя есть Нага, Нага очень сильный саппорт боевой. Ты можешь идти в хард, у тебя есть Фурион, который поможет. Там непонятно. Я думаю, какая-то идея есть у ребят все-таки. Будем на это надеяться. А еще надо отметить все-таки, что Nature's Prophet — это двузвездочный джанглер. Ну, многие команды вообще забывают про функцию джанглер. И предпочитают иметь там первого левела, например, того же Дарксира на 10-й минуте. Такое тоже случается. Ну, это зависит от того, что ты хочешь от этого Дарксира. Если ты хочешь, чтобы он мешал саппортам, мешал фармить, то это может быть даже выгодно. Не, ну я просто помню, вот там Андрей Чепенко еще на прошлом инте, кажется, там на Дарксире, да, действительно выбежал на 10-й минуте, что-то с третьим уровнем. И да, но эффект... конкретно... Извиняюсь, что я перебиваю, да. Но конкретно в той ситуации там еще нельзя было, конечно, отметить, что он мешал суппортам, он скорее немножко прикармливал суппортов еще своими смертями. Там... Я лишь констатирую факт. Констатирую. Почему там, я всегда, да, констатирую? Там много таких моментов вообще. Но опять же, я что-то считаю, что все-таки лучше вместо того, чтобы терпеть на сложное, не всегда, конечно, не всегда, но... Тут в большинстве, наверное, случаев, вместо того, чтобы насасывать плотно на том же, например, ДСе, если там серьезные какие-то суппорты, или на каком-нибудь бэтрайдере, почему бы не дать им, скажем, полную свободу действий там, для того, чтобы они вышли с высоким левелом и уже хотя бы там на 5-й минуте просто даже вышли на лайн, там отпушивали, не давали снести вышку. То есть так тоже многие коллективы делают. Сейчас, на самом деле, вот, кстати, у Роксов Кунка будет стоять против ОД, посмотрим, как он справится в этот раз. Вот, и что я хотел сказать насчет вот лесников вообще в целом, это, по-моему, сейчас дота становится все агрессивнее и агрессивнее, если герой просто находится где-то на какой-то части карты и просто фармит, не вылазит, не помогает команде, то, как правило, команда становится в минусе, и за счет его фарма не всегда даже команда в целом, 5 героев, они не будут в плюсе. То есть союзники могут потерять намного больше, чем нафармит этот герой в лесу. Да, тоже может быть такое, конечно. Да, это даже не так немного, я бы сказал. Вот я как раз сегодня над этим много общался с ребятами. Если ты уходишь с линии, то ты даешь простор врагу для действий. Ты не контролируешь никак. То есть пацаны хотят, они могут подпушить. Хотят, будут пулить столько, сколько им нужно, стакать. А когда ты стоишь на линии, ты все равно держишь их в каком-то напряжении, и они не добирают, и ты как бы не даешь подпушить свой тавер. Там, то есть ты контролируешь лайн. Так, Чен, и сразу же ответ Чандрская от Квантиков. Квантики вообще долго очень не думают над пиками, они просто берут героев. Не уверены просто, уверены в себе ребята. Андрей. Ну, возможно, напрасно, потому что Инчану зачем здесь? Хотя, что у нас получается? Нага Сирена с Ченом это будет просто очень сильная комбинация для ганга.
Даже сильнее, наверное, чем Бейн с Энчантерской. Да не только для ганга, они на всех стадиях игры взаимодействуют хорошо, эти герои. Ну, причем... Да, плюс... Да, да, причем, вот, опять же, прошу прощения, что перебил. Причем, да. мне кажется, что Нага с Ченом в дальнейшем вроде как посерьезнее должны выглядеть, чем Бейн и Энча. Особенно да, та же Нага, например. Верно. Тот же Сли Бейн, уже имея ультимейт Наги Сирены, он становится вообще не опасным, особенно учитывая то, что это суппорт, который БКБ, скорее всего, не будет иметь. Ну да, да, причем вот, опять же, актуальность Наги, она как-то более высока, чем актуальность там Бейна вот в той же поздней стадии. Ну а Чен и Инча, там понятно, там уже зависит от того, что будет делать Инча, там какие артефакты собирать. А, вроде как дэмэдж дилер неплохой потенциально, но это если уж очень хороший фарм. А, посмотрим, как получится. Чен-то он, понятно, он всегда противный, зараза. Так. Да, отхил Чена, это в любом случае. То есть та же Энчантерска, возможно, в замесах даже не будет возможности много бить. Да, да. Потому что, плюс, ну, понятное плохой. Дело, очень, очень дохлый герой, и подходить так близко к врагам иногда просто летально. Но для Чена это просто нажатие одной кнопки, и каждый герой союзников на 6-м левеле получает по 200 хп. Это очень решающий такой момент. Плюс крипы... Тоже довольно важно, что крипы живут, пока их не убьют. То есть те же крипы с аурами, волки, тролли, они могут быть крайне полезными. Вот, ну, если их не подставлять. Разные стадии игры просто сравниваешь. Там, винчи свои бонусы вначале. Вот я с трудом представляю себе, как роксы собираются отбиваться, если квантики решат пойти в легкую и начнут пушить этого Фуриона очень быстро с двумя крипами. Ну, только если в ответ пушат. Не, ну по идее, да, но тут еще, опять же, дело такое, что вот пропушится на чё первый тавер, к моменту подхода на второй тавер у Инчи один крип сдохнет. И останется. А, вот, кстати, с Луной еще довольно хорошо им будет пушить. Ну это, вот да, Луна тоже любопытный, достаточно пик. Интересно, чем ответят на это квантики. На самом деле тут вообще... все очень неплохо выглядит у роксов. Мне нравятся эти герои. Да, 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 да. Мне тоже нравится хороший пик. Мне вот единственное, не хотелось бы, если бы квантики поставили дестройера в мид, бутрайдера в легкую и пошли драться 3 в 3. Спектра! Вот так вот. Драться они не будут, и это очень хорошо, на самом деле, да, для роксов. Да, да, да. Они не будут вначале пушить, не будут использовать потенциал дрядки. Максимум это мы увидим ганги в мид на Кунку, который довольно уязвим будет на миде. Ну, со спектрой тоже можно сломать первый тауэр и сразу линию вернуть. Ну, спектра тоже, не, скажем, не профильный герой в этом плане, так что тут можно будет противостоять более-менее. И все-таки, наверное, самое интересное противостояние сейчас будет на миде. Да, да, против... согласен. Вот, да, посмотрим. В прошлый раз Шарфик очень сильно, ну, не очень сильно, но выиграл. На Кунке? Да. Выиграл у того же БЗЗ. Шарфик может. Шарфик может. Ну, Шарфик просто еще тот агрессор. Ну, вот как раз-таки БЗЗ, который постоял против Кунки Шарфа, он может перенять эти вот моменты, благодаря которым Шарф выиграл, и просто сейчас... использовать их против Фаты. Ну, Фата-то тоже у нас товарищ непростой. Так что, скажем, да, Фата в последнее время еще, опять же, да, там результаты показывают очень хорошие, мы это постоянно говорим, и постоянно его последний результат не хуже предыдущего. Так что тут, наверное, все правильно. Ну вот, я думаю, сейчас дефолтные какие-то тут варды. Хотя уже есть, да, один вард на Сирен. Вот интересно, кстати, вардец. Любопытный. Сейчас самое главное, это насколько быстро наши ребята поймут, что им нужно пушить, потому что Бэтрайдер этот лесной им никак не сможет помешать. И они, в принципе, могут там делать, что хотят с этой легкой линии своей. Нам вот тут стату подгоняют наши статманы, что обе игры от БЗЗ на Кунке, обе были неудачными. Ну, что поделать, посмотрим. Большая дистанция. Да, да. Две игры — это пока еще не сильно хороший показатель, но все равно. Оставляют снизу реген, роксы, да, для Кунки, возможно, учитывая то, что все это дело видит квантики, возможно, и для ОД они оставляют этот реген. Да, причем и ОД. Кунка, и Деваурер, они затарены по полной программе, то есть нет никаких там банок быстрых. ОД гораздо лучше контролит руны, на самом деле, чем Кунка. Это все астралы. Так, все, пошли у нас уже потихоньку астралы, но Кунка понимает, что ему сейчас надо максимально стараться именно вот ластхитить с... Тайтбрингером для того, чтобы да, и это грамотно, добивать. Потому что 15 бонусного дэмэджа у него есть, а если бы он сразу ударил бы в крипа и пытался прохарасить ОД. Ай-яй-яй, чуть-чуть на рейнджового не хватило. Да, мы просто пристально наблюдаем за этой комбинацией, потому что, по идее, ничего не должно происходить сейчас на хардлайне. Вот у Седова не получилось заблочить спаун, к сожалению, квантиком. Но это сложно очень сделать, потому что Энчантерс ворует одного крипа, и Бейнс усыпляет другого, в худшем случае, так что...
Понятное дело. Ты знаешь, что не помешает сейчас получить экспу с дома, потому что лайн далеко стоит очень. Так, ну и вот у БЗЗ вроде получается, это супер нехитроумная стратегия. Стоишь, ждешь, когда накапает Tidebringer, ждешь, пока появится low HP creep, и делаешь вещи там. Причем еще пришел Сатир. Сатир помешал добить двух крипов в клубке. Ох, что это Сатир. Я думаю, за этого надо убить. Очень круто, что во второй доте топор работает на Tidebringer, первый не работал. И вот за счет этого берут топорик, и будешь что-то делать. Не, ну, я насколько помню, он работает именно на... Ну, на крипа, то есть, а на самом Tidebringer он вроде не отображается, этот дэмэдж. Насколько я помню, потому что там, да, там какая-то вообще, вот во второй доте у Кунки там механика с этим Tidebringer'ом там жуткая какая-то, я так до сих пор и не разобрался. В плане минус арморов, бонусного урона, то есть как типа он бьет. Потому что там действительно очень много инфы, я читал на твоей доте, но возможно все намного проще, чем я себе накручиваю. Так, тут выход фата на БЗЗ тут... может даже убить. Да-да-да, вот много-много дэмэджа. Вилкин накручивает очень много... Нет, так. щиток блочек. Погоди, погоди, еще тычечка может быть. Тычка. Там таур и фласки отпивается, а тут уже чен. Ну чен, к сожалению, ничего не может сделать. Торнадо БЗЗ, ты чего? Ну ТП-шит на базу чен, лишается всей маны, но в любом случае... Кларити есть, там нормально все. Он фармит, видишь, торнадо там успевает. Вованчик, все нормально. А, Вованчик. Ну, Вованчик, естественно, знает свое дело. Вован не максимально опытный чен. Он по логике еще может успевать сюда влево пробегать и тычку давать в урс в этих второй спаун, они тоже стакаются. Да, они максимально опытны, действительно. Такое. Так, ну Android тут очень уже второй отвод делает, подводит. Опять же, наверное, подводит Android, да, подводит, по идее. Не всех, но подводит. Так, ну вот я смотрю сейчас пока опять же на Кункевича. Кункевич себе еще там гусиков купил, кстати. Тут уже 100 дэмэджа сейчас у ОД. 11 на 4 крипстата у ОД и 7 на 2 только у Кунки. И со временем, скорее всего, будет все хуже и хуже для него. Но с другой стороны, и у Кунки как бы Tidebringer становится все сильнее и сильнее. И вот эти плюшки там 30, 45, 60 урона, они тоже будут чувствоваться чуть получше на Деваурере, учитывая то, что у него не появляется, естественно, ничего на выживаемость. Вот. Пацаны раздуплились только на 3-й минуте 22 секунде, ребят. Что надо пушить? Которые, Роксы? Да. 3-я минута 22 секунда. Да, но с другой стороны, в принципе, они сейчас уже могут позволить себе пропушить две вышки, если не будут дефить квантики, потому что уже второй левел рептайда. И второй левел пассивки Луны, плюс Фурион с третьим левелом. Да, это вообще страшный пуш получается очень. Да, тут особо даже и подойти страшно, потому что сразу же поймаешь какую-нибудь сетку. Сразу же в ответ нажали смог квантик и будут пытаться убить на миде Кунка. Да, причем Кунка действительно очень уязвимый. Кунка очень хочет добить этого крипа, за что может поплатиться. Крипа он добил, но главное дальше не высовываться. И вот он астрал есть, но... Ай, назад! Вот он астрал, это минус. Ситуации. Да, тут Кунку, конечно, разбирают. Еще замедление. Ну, понятно, далеко он не убежит отсюда. Пытается хоть как-то внести дамагу, но это, понятное дело, чисто уже на пофиге делалось. Так, кстати, там Бэтрайдера внизу поймали, неплохо его пробивает, еще и Чен, и это минус! Отлично, это еще минус, и можно забирать еще одну тавр, вышку. Потому что есть пинки, и 5 пинков уже бьют. А там еще, плюс, да, там аура Самуха. И вот, все вот. Под ауры, очень много дэмэджа по вышке, это вторая вышка, между прочим. В то время как на топе тавр у синтов до сих пор. Кловый. Вот так нельзя бросать фешку от квантики. Нужно всегда хотя бы одну вышку стараться забрать. А Инча вместо этого фармит лес. Ну вот. Да, ну по сути, вместо этого они попытались сделать ганг на миде, он у них удался, хотя тоже там. Я думаю, более опытный мидер смог бы прочувствовать ситуацию, просто отошел бы. Да просто в том-то и дело, что вроде как забрали они First Blood, но, блин, там фраг, два таура, бабла, просто вагон, на самом деле, вывезли только что Роксы, там и на графиках неплохо Мидас отображается. Мидас сейчас появится у Фуриона, 5 минуты уже, 1900 был, блин. Да, вот это, неплохо. Конечно, очень сильно. Вышки его нормально забустили, действительно, там... Плюс и действительно, все-таки, Кунка, это не тот герой, которому... Так, второй смог. Так, попытка опять спрятал рано. Рано спрятал. Рано, очень рано. Может отойти сейчас Кунка. Дает таймбрингера и... Ну, вот и опять БЗЗ, да. И опять, да, он встреет. Правда, 830 хп и не знаю... Нет, точно сейчас умрет. У ОД есть льта, скорее всего, он будет использован. Хотя здесь рывается и живет БЗЗ. Нет, стики не спасли его. Там еще и Нагу спрятали. Нет у нее маны, но... Там спектра залетел, так, ты посмотри, спектра вырезает, да! Спектра вырезает чена! И уходит Сокс. Еще и фласки выхилился, теперь у спектры все очень круто. Один ассист, один фраг, фейзы там
900 голды. В любом случае, много. Фарион скоро получит 6-й левел свой. Луна. Конечно, очень часто хотел фраги снизу. Погибает. Луна тоже умрет. 5 стаков сейчас на ней будет. Она тут никуда не уходит. Сгорает моментально. Уже нет смысла. Вот я не знаю, у Роксов как-то, я заметил, не слишком хорошо развито вот это чувство, не знаю, дистанции, что ли, потому что очень много лезут. Да, действительно. Я просто вот вспоминаю прошлые матчи. Вот мы с тобой, да, там говорили, вот там он очень осторожно играет и так далее. Но вот в большинстве случаев правильно играет осторожно. Потому что не видно нигде суппортов. Не факт, что они не ждут тебя в смоке, вот там буквально через пол экрана, там справа или слева. И не залазили далеко парни. А тут мы видим, что уже и Кунка дважды в центре отъезжает, и Луна далеко залезла. Да, но на самом деле, даже учитывая весь этот фит, у Роксов сейчас все хорошо, почти что 5-й левел Нага Сирена, будет она довольно скоро 6-я. Фурион получает 5-й, есть у него Мидас, тоже не так далеко до 6-го, понятное дело, с Мидасом. Вот, ну и Луна стоит, соответственно, на фрифарме. Единственная проблема здесь есть у Кунки, у которого нету Вижена, к сожалению, на миде. Да, он вот, вообще не понимает, что происходит. Опять же, с другой стороны, Чен скоро будет с мекой 6-й. На самом деле, по положению легкой линии крипов, ты можешь понимать примерно, где находится суппорт, и делают они отвод или нет. Не обязательно иметь вижен даже на такой минуте. Там. Там-то понятно. Но на опыте-то эта проблема в том, что просто хардер не всегда туда смотрит. Ну, например, я. Так, смог опять нажимает. Тут у нас квантики, кстати говоря, 5-й левел энчантерска. В принципе, все неплохо. Есть ботинок. Также с ботинком Бейн, 4-й левел. И это опять попытка выйти на БЗЗ. Но вот в этот раз ответ центря. Не смог. И Рексы стоит, уже стоят за Кункой. Стоит центря, и можно сломать сейчас Вард. А, нет, и палится, а палится андроид. Вард видит все это дело. Все. Нужно хотя бы попробовать убить Вард, хотя не факт, что сейчас Рексы его видит. Видят, хайграунд. Ну, видят. Ну, а пока не видят, да, они этот Вард. Как раз Вижна немного не хватает. Так, ну, и мало хп слишком у Нексуса. Нексусу сейчас по-хорошему надо просто... Даже его убивать, но он идет брать руны. Бежать. Так, Чен должен быть 6-й левел. Нет, Чен еще нету 6-го левела, если он был, было бы намного лучше, потому что... Нексус поднимается наверх, прям в ловушку! Да. Спектра тоже ультует, еще и Сатир помог. Помогает тут всему этому делу. Грамотно очень забежали, конечно, квантики сейчас. И мека появляется у Дваурера, вот это, конечно, уже очень тревожно. У Чена еще нету рецепта, то есть ему еще немного подформить надо, но вот этой разницей во времени можно пользоваться. Да, и Чена почти поймали! Почти поймали Чена! Но тут БЗЗ, у него должен быть корабль. Можно драться здесь, в принципе. Да, почему? Нет, нет мана БЗЗ вообще ни на что. Йоу, подхиливается, хорошо, там залетает плюха Деваурера, проблема у Деваурера, поднимает его, но там мека! И огромное количество дэмэджа он вносит. Правда, нету маны, так же сейчас у суппорта. Нету маны у Бэйна сейчас, только Кунка. Ой, хороший крит, и ультует Нексус. Найс, даблкил от Нексуса. Вот он, третий фраг, уже бежит, сейчас третий фраг, и да. Вот Райдер, да, и... Трипл килл для Нексуса, вот эта вот ситуация очень хорошо компенсирует его две смерти, получает он 8.5 левел, 3 фрага, сравнивается по сути со спектрой, посмотрим по нетворсу. По нетворсу он уже там, да, на 500 опережает, но вот этот трипл килл сейчас был, я не знаю, ну вот как никогда в тему. Вроде только-только Луна начала там проседать, отставать, не то чтобы сильно, но потенциал ее начал как-то угасать. И сразу же, нате, вам сюрприз, подарочек, я не знаю, называйте как угодно. Да, ну да, окей. Оказалось бы, куда им вообще торопиться со спектрой фармящей, фрифармящей, легкой. Отличный размен, конечно, получился для Роксов. Посмотрим графики. 1000 голды преимущество RoxKiss и по XP 2000 преимущество Quantic. Ну, по сути, на данной минуте это абсолютно ничего не значит. Значит, больше то, что у Бэйна сейчас появится 6-й левел. Это, опять же, потенциал для очень серьезных таких гангов в одно лицо. Вот, плюс Enchantress, 6-й левел с урной. Довольно много дэмэджа сейчас на данной минуте. Кажется, нужно квантикам сейчас ходить, реализовывать меку просто свою, забирать товара. Вот они как раз таки попробовали это сделать, но в очень глупой позиции, где у них Вижен, конечно, был, да. Чем Бетрайдер занимается. Он просто летает и горит. Даблстак и горит. Ну, он тут нормально бабла сейчас снимет. А он тут не успеет их убить, вот в чем проблема. А, да-да-да. Бочка, ну, неудачная. Бочка, никуда не попал. Не, ну, в центре замес, смотри, поймали Фатву. Еще пытались как-то забить курьера, но курьера убить не получилось. Там пошел ульт от спектры, торрент не точный. И слип. Слип, а дальше что? Корабля дальше нету. Слип, все-таки нет ульта у Нексуса, несмотря на то, что они здесь пятером, то довольно плохая ситуация. Да, и БЗЗ тоже без ульта. Ну,
Торрент, конечно, да, был не точен, к сожалению, седьмой левел был у Кунки. У него была мана, у него появилась последнюю секунду только прокаст крест Торрент. А у него крест первого левела, там все равно не очень-то хорошо все получается. Секунду, да. У Спектры двушка уже, кстати. Ну вот Спектра интересно, что дальше будет собирать? Будут ли это, я не знаю, какие-то диффуза и дамажи еще из Спектра, или все-таки будет более сейвово играть там? Даже не отбор барабана, например, соберет сейчас. Мне кажется, он столько хочет взять, сколько ему дадут, а там уже дальше будет думать. Может то быть. Есть, может быть, и Радианс какой-то вполне себе. Если не начнут напрягать они в свое время. Так, тут Деваурор у нас подпушивает линию с Мекой. Что там, Акварити пушим, на Кунку закинули. Кажется, Роксам надо просто стараться сейчас свою Меку нафармить как можно быстрее Ченом. И с БКБ на Луне они будут гораздо сильнее в тимфайте. Ну, Чену чуть-чуть не хватает, вроде как, но ему эти чуть-чуть не хватает уже минуты две, наверное. Ну, крипы там просто яростно пушат мид по какой-то причине. Видимо, не, сейвит. Не совсем правильным делом занят Вован. Он стакает эншитов вместо того, чтобы этим занимался Фурион или пенек Фуриона. А он в это время фармил бы Меку свою. Да, но Мека сейчас очень сильно нужна, потому что у врага она уже есть, и надо хоть как-то компенсировать эту разницу в здоровье. Тем более, что там два ауреры и спектра, много вот этого АОЕ дэмэджа, который попадает там почти по всей команде. И реально надо бы засейвить. Собака пролетела мимо Бэтрайдера. Бэтрайдера даггер, кстати, сейчас будет уже. Вот он пытается даггер нафармить, да, бочка пошла и... И тут, кстати, очень хорошо своровал тут Нага Сирена, очень много крипов тут украла, всех, по сути. То есть только одного убил Бэтрайдер, здесь работал 50 голды. Да, неплохо, действительно. Так, вот. И Кунка все-таки собирает тут у нас барабаны. Да, есть уже Брасер, есть уже Робов Магии. Все, на самом деле, не так кисло, как могло бы казаться. Что ж, арканы. Арканы есть у Наги Сирены. Мека через 400 голды будет у Чена. И скоро будут барабаны у Кунки. Вот тогда, реально, с появлением еще БКБ на Луне, у Роксов будет огромное преимущество в тимфайтах. ТП-шится топ Бэтрайдер, ТП-шится себе даггер, там, когда линия пропушится, и будут пытаться они забрать Т1 на топе. Там, да, там еще Фурион такой сладкий стоял, но Фурион ушел, пришел не менее сладкий Кунка. Там, на самом деле, сейчас любая цель сладкая для этого Бэтрайдера. Там еще Фокин Мэтт от Таура успел наполучать. Ну, тут надо отдавать, тут никак не задефать уже, позиция слишком. Там Бэтрайдер взлетел, и будет ли прыгать? Нет, далеко, слишком далеко. Андроид заходит, у андроида 3 секунды до слипа. Хотят все-таки. Все-таки будут, наверное, под слипом. Ой, хорошо стоят. Слип и Кунка здесь. Корабль едет, надо быстрее. Отжимать сейчас, да, отжимает. Отличная комбинация. Ой, просто невероятно. Минус 3. Просто в секунду минус у троих вместе со спектрой. Ну, вот 11 левел спектра отъезжает. Лобал скиллы вот такие вот, АОЕ скиллы под нагу, это всегда было в почете. Да, особенно Кунка, это реально очень сильный прокас, но его проблема в том, что он очень неточный, а с Кункой это, конечно, совсем другая история. Да, Нага очень сильно помогает в этой ситуации, вот, Адмиралу. Адмирал доволен. Хороший муф, они заберут Таур, сейчас еще и вырвутся по голде уже нормально. XP должны догнать тоже. Так, ну вот я смотрю, сейчас, да, по деньгам чуть-чуть начали после этого замеса, естественно, выходить вперед Рокси. Еще и вышечка, конечно, и имеют возможность забрать, наверное, второй Таур, тем более, что Нексус уже с БКБ. Вот сейчас только графики обновились, в 0 по XP и больше 3000 по глазеющим. Да, неплохо, неплохо. Так, ну и где Бэтрайдер? Где он? Так, сейчас очень неплохая возможность у Квантиков хорошо подраться. Нету ульта у Спектры почему-то. Меки нету у Чена, ульта у Чена нету, ульта нету у Луны. У Кунки есть корабль уже, так что... Да, и сна тоже нету у Вот Бэтрайдер летит, будет, наверное, пытаться кого-то выхватить, но там слишком кучно идет команда Рокс. Если ты на кого-то прыгнешь, тебе остальные четверо быстро объяснят. Да, ну, отлично отступает. Все очень цейвово. Вот, ну, конечно, не успели они сломать Т2 Тауэр. В это время они могли, по сути, отдефить Тауэр на миде. Все-таки не максимум выжили из этой ситуации. Но, с другой стороны, 2500 уже у Фуриона. Близится Shadow Blade. Спектре дали понять, что все-таки фрифармить она не будет. Пришлось ей брать барабаны. 1500 голды у нее. Да, вот также барабаны появляются еще и у Кунки, и Мека. То есть сейчас по артефактам вроде все более-менее устаканилось. Правда, у Дваурера там уже не за горами форстав. Сейчас на самом деле огромное преимущество у Роксов. И просто по кулдауну ультов вот уже можно даже, в принципе, наверное, собираться и идти по миду.
Трайдер на хосте поймал БЗЗ, и не знаю, правда, куда он пытается его утащить. Он пытается утащить его к Девару, но он не дотаскивает. Опять же, ошибочная игра от Мигеля, причем серьезная ошибка. Тут у нас один в сетке, другой в слипе. Нормально. Сбивай телепорт. Отлично, Маню можно убивать. Андроиду главное сейчас не отдаться, и это будет фраг, скорее всего. Что это был за торрент, я вообще немного не понял. Кстати, почему БЗЗ, интересно, не прокачал Марку на 2? Интересный момент. Не скликнул, мне кажется, вообще нам. Ну, судя по всему, не скликнул он 2 раза. Может быть, в драке в той вот как раз стороне. Может, да, где-то в спешке там прокачивал по ситуации. Ну, ладно. Там, кстати, Коза отдает своего братюню и второго отдает братюню. Второго братюня Сатиры, того самого небезызвестного. Да, Сатиры у нас в этом сезоне нормально отыгрывают. Вообще, да, сейчас надо Рексам собраться и ломиться прям очень сильно с этим БКБ на луне, потому что Спектра все-таки свое скоро нафармит Трэйданс. А Радик на Спектре — это просто твои саппорты не могут драться. Да, там вообще мало кто способен драться, потому что выжигает. На самом деле, Радик на Спектре все-таки против Чена — это немного другое, потому что этот глобальный отхил, он очень реально большой, и, по сути, ульт Спектры, он, конечно... А, тут нападение, кстати, на ОД, опять не точно, к сожалению, вот, первого. ПЗЗ я вообще еще не видел торрента ни одного, в который бы он попал. Какой вейст ульта Спектры? Да, напрасно. Причем так сделал, сейчас вейст не будет замеси, и можно просто идти ломать, потому что есть ульта Наги Сирену, есть ульта Кунки, просто ждут, пока встанут поудачнее, чтобы опять перевернуть ту же самую комбинацию. Ну вот сейчас, да, сейчас позиции стараются как можно разрозненнее стоять игроки Квантика. Не понимаю, что если они еще раз так подставятся, то тут уже просто будет пиши пропало. Даже если не подставятся просто. Ну, слишком хороший артефакт сейчас у Рексов для драки. Вот это БКБ на луне, оно очень важно. Никак не могут они драться, только если Битрайдер кого-то зацепит. Да, и в принципе, до появления Радика на Спектре Роксы сейчас имеют полное право забрать Т2 Тауэр сверху, забрать Рошана и даже, возможно, пойти попробовать на рампу зайти. Ну, судя по их перемещениям, у них примерно такая же вот логика мышления, что действительно они постараются забрать последнюю вышку. Возможно, воткнут пару агрессивных вардов, вот, например, как у них уже есть на магазине один. И просто будут контролировать ситуацию на карте, спокойненько, более или менее попытаются забрать Рошана, а там уже да. Готовят они уже Егис, кстати, для Спектры. А вот Квантик-то не так простые, Квантик уже идут бить Рошана. Да, видели, что Роксы просто стянулись наверх и... И Седой пеньками не контролит этот момент, и Рошан, скорее всего, погибнет. Мне кажется, не догадываются даже сейчас Роксы, что происходит вообще на Рошине. Но отступают парни из Квантик. Чего? Да, они просто разбежались. Они не видят Рексов. Да, они думают, что походу их сейчас будут убивать. Сами себя переиграли сейчас просто Квантики. Ну, они должны увидеть скоро, как только покажутся Рексы на топе, они добьют Рошана, потому что этот Аегис, он в Спектре даст 6 минут пофармить еще, по сути. Да, там он опять любопытная стата, что Спектра с Радианцем выигрывает чаще, чем Спектра без Радианца. В секунду просто убьют сейчас Тауэр. Они ХГ должны идти стягивать, я не понимаю тоже, что... Просто вот тут Квантики такую ошибку допустили, они сейчас и Рошана не забирают, и времени много очень потратили. Ты смотри, остается Фат с Спектрой, пытаются забрать, но все равно это довольно много времени занимает, а нету глифа у Квантиков, можно попробовать сейчас просто очень сильно надамажить Т3 Тауэр. Там Спектра пытается сейчас выжать максимум, вот Деваурер есть, у него там два телепорта, есть минус Рошан. Ну вот сейчас, да, сейчас все нормально, более-менее. Да, и 3500 уже у Спектры, по левелу неплохо подняли за счет этого именно... Ну они вдвоем, кстати, добивали, да, вот там нормально опыта им отсыпало. Появился у Мигеля, у Бетрайдера, форстав. Тоже важная штука довольно-таки. Кажется, в лейте все-таки посильнее будут Рексы, потому что Фурион с Мидасом, и минут через 20 это будет уже просто шестислотовый парень. Да, ну и по деньгам выигрывают Роксы, а вот по опыту они проигрывают. Ну это опять же вот там Рошанчик и то, что Роксы постоянно толпой бегают. Да, в пятером бегают, очень много теряют. Так, и что там у нас БЗЗ? БЗЗ сейчас почти... появится уже Shadow Blade. Да, почти есть. И судя по этому артефакту, наверное, перестанут Роксы бегать в пятером. Больше как-то будут играть от ганга. Ну оно и понятно, потому что сейчас Аигис у команды Квантик, и по сути все товара уже, которые могли снести Рокскис, они снесли. То есть сейчас уже больше как-то нужно играть поспокойнее, фармить. Мне кажется, вот стаком эншитов надо побольше внимания уделить, потому что Луна бустанется очень сильно. Если вот да, на самом деле, Фурион действительно может позволить себе одного пенька выделять каждую минуту на это дело. И очень зря он этим не занимается.
потому что совсем не до этого сейчас Квантиком, они вообще не смогли бы никак контролить все это время отвода эншентов. И сами не могут тоже фармить стаки, потому что просто нет возможности такого героя. Да, Сидуха-то тем временем, посмотрите, у него уже 2700, то есть это уже, по сути, там Мистик Стаф или все-таки Арба. Ну, я думаю, что все-таки это будет Хекс, слишком много там таких героев, которых лучше бы убивать именно быстро. Да, Хекс, наверное, пополезнее здесь будет, на того же Бэтрайдера его накидывать после того, как схватит как кого-то. Прыгнет, кстати, да, говоря, Мигель здесь проперся на инвиз, и сверху сейчас могут быть проблемы огромные у Бэтрайдера. Ой, не у Бэтрайдера, да, а у Фриона. Там интересно, просветки есть? Есть гем у козы, да. Ой, как прочувствовал Седой. О, красава. Седуха слышит все. Вот шарит. Ну, на самом деле, вот здесь молодые люди очень сильно запалились, потому что они прошли здесь по варду, и было понятно, что что-то здесь не так, потому что Бэйн не стал бы с расстояния полкарты бежать наверх и... Просто так, да. Да. Понятное дело, там его видели, и все было на мази у квантиков, но да нет. Ну вот русские ребята, появляется Иглсонг у Нексуса, и первый вопрос, который стоит задать команде RockSkiz, будут ли они ждать готового артефакта и давать время спектре? А да, а Егис же до 25-й минуты будет фармить еще. Да. Егис пропадет только на 25-й минуте, поэтому... Ну, кстати, да, там с этим Аегисом, тем более, что спектра может просто выйти сейчас в размен в банальный и вернуться с ульты моментально, даже если ее бьют много-много раз. Ну, на самом деле, абсолютно ничего сейчас не теряют Роксы в фарме, они даже, я бы сказал, приобретают, потому конечно, что даже Enchantress, она становится уже все более бесполезной. Бэйн тоже, не имея БКБ, его ульта, ну, редко очень будет полезна за счет Наги Сирены. 5 героев фармит у Роксов, только Кунка сейчас бегает без дела. Ну, Кунка сейчас шадоблейдом, и, в принципе, он может сейчас, вот, допустим, ту же атаку на Луну превратить в выгодную для RockSkiz. Хороший вижен, кстати, у Роксов, эти два варда, они довольно полезный вижен дают. Ну вот они как раз, да, и сделали то, о чем там я говорил пару минут назад, что просто поставили пару агрессивных вардов для того, чтобы просто контролировать вылазки в свой адрес и, возможно, вот эти места под фарма вражеские, так как они действительно контролируют сейчас большую часть карты, несмотря на то, что уже достаточно свободно квантики перемещаются по своему лесу. Так, сверху на силу атака. И тут коза с гемом. Здесь Enchantress с гемом, и, скорее всего, сюда это никуда не уйдет. Хотя, смотри, кентав довольно далеко, и нет, все-таки успевает дамажить. Вот, ну в любом случае, RockSkiz почему-то решили сюда перетягиваться. У Седова, видимо, есть выкуп и могут попробовать на вот контратаке что-то сделать. Хотя, с другой стороны, у Фаты уже есть деньги на БКБ. Фата уезжает. Будет ли крест? Есть крест! Да, есть крест, и Фата никуда не уйдет отсюда. Отличный минус. Ну, спектры Радианс появился временем. 23-я минута, ну, дефолт. Радианс Аегис. Через 2 минуты заканчивается Аегис, и тогда, наверное, Роксы уже... в принципе, смогут что-то предпринимать. Да, через 2 минуты ориентировочно появится баттерфляй уже у Нексуса, если он просто не будет бегать со своей командой вот эти 2 минуты, а просто пойдет, убьет. Хотя вот этих эншентов он пойдет сейчас заберет больших. Да, сейчас, наверное, еще стакнет, хотя нет, стакнуть не успеет, просто убьет эншентов, и там уже очень близко у него будет бабочка. И снизу у Седова опять проблемы. Нет, вообще, Седой... на самом деле, тут надо брать гем срочно, Роксам. Не весь вижен свой потеряли. Седова видит за счет просто этого черного туманчика, делают сразу ТП на сейвы, но тут, естественно, не поймают они спектру. У спектры, в свою очередь, есть ульта, и если квантики сейчас придут, будет очень выгодная драка для них. Да, хотя найн. Тут непонятно такое, да, двоякое ощущение, что вроде с одной стороны и квантики думают, у нас все хорошо, у нас спектра фармит, нас не обижают. Но, с другой стороны, действительно, там ведь сейчас появится эта бабочка, а убить БКБ с бабочкой Луну, с руки запинать будет сложно. Несмотря на то, что у него немного ХП относительно, там будет с переключенным ПТ, там, сколько, 1328, да. Но все равно, там ведь еще целая команда у Роксов, и корабль, баф корабля, вот тоже, кстати, хорошо, это же вообще имба. Фокус. Герои у квантиков очень хорошо фокус снимают. Есть мека, есть астрал, есть слип, то есть спектру. Так, у Nexus проблемы сейчас опять в инвизе, если Бэтрайдер рассекает, но рядом Кунка тоже. Кунка в инвизе, можно что-то попробовать сделать. Ну вот, Кунка. И БЗЗ, да ладно, не успевает. Корабль срочно Nexus. И слип, вот, слип. Очень своевременный слип. Надо убивать, не знаю, почему не сейчас, да, могут быть прокаст. Ну, возможно, посчитали, что слишком прокоцаны они были. Так, а сверху спектра тут врывается почему-то. Есть у него Аегис, она, видимо, хочет его разменять. Заканчивается он через буквально 10 секунд. Ну вот все, закончился, да, Аегис.
Еще и Деваурер там прыгает. А, ну, на самом деле, там небольшая промашка была то, что Йол Меку произвел чуть рановато и не достал просто по Нексусу. Нексус бы сейчас там фуловый бегал. А, ну, в принципе, Роксы полностью могут себе позволить подождать более удачного момента для драки, потому что благодаря Наги Сирена они могут дожить все неудачные лигфайты. То есть, по сути, начали не с того, что забайтили, ну, начали бить Луну, а это довольно плохо для Роксов, учитывая то, опять же, что прожал Меку и хил Чен. Так, ну, Торрент... Торрент, корабля нету, просто ударил, и ультав Ориона, пришлось взять меку, и да, довольно мало. Кстати, слушай, там очень больно пробило, Факин Мэтт, лоу хп, Факин Мэтт тут гарантированно умирает, ну и корабль такой на всякий пожарный, там кулдаун у него вообще небольшой, так что можно им раскидываться направо-налево. Кстати, Факин Мэтт успел вовремя выложить гем, сейчас он в курице, и его не отдал. Читер. Так, ну там, я так понимаю, да, там гем у Нага Сирены, поэтому Нага Сирена сейчас со своими иллюзиями, это тоже, кстати, такой небольшой... До хекса Фурион, кстати, тем временем осталось уже 700 голды, и хекс, мне кажется, будет очень-очень много решать в этой игре. Но опять же, вот эта инициация с битрайдером, если Седой будет правильно реагировать, она, ну, ничего хорошего не принесет. Просто залетит и будет овцой. Там даже не столько Седой, сколько Кунка может успевать крест вешать на своего, и, типа, норм контрится. Да, тоже неплохо. Так, прибегает у нас сейчас Спектра, Спектра с бустерком для того, чтобы просто всаживали в нее побольше. И дальше вот что, что такого вот можно посоветовать жесткого, я не знаю, ну, может быть, Мантастайл, чтобы просто сеткой не задрачивали? Мантастайл не снимает сетку. А, он не снимает сетку? Ну, ты делаешь манту и дальше стоишь в сетке. А, отлично. Так, тут сверху, кстати, ищут. Так, нет, сетка, сетка только Гастом, по-моему, контрится, да? Ну, да. Вот Гастом точно, да, но остальное не в курсе. БКБ тоже не работает. Да, да, да. И вот они, собственно говоря, пошли Роксы. Сейчас надо пару крипов забрать здесь Нексусу, оставляет всего одного, ему не хватает на бабочку. Алчный БЗЗ из Perfect не дает ему денег. Так, ну тем временем Спектра покупается Vitality Booster. Это, видимо, все-таки она будет делать Тараску себе. Хотя, возможно, просто как переходной артефакт. Некоторые, да, некоторые Спектры именно покупают просто бустер для того, чтобы быть чуть более живучим, а потом уже там всякие Яши или еще какие-нибудь не собирают. В общем, уже более-менее основные, да, айтемы. Только Брассер появился у Факин Мэда. У Бэйна не появилось абсолютно ничего. Бэтрайдер 2000 денег, бегает он с гемом, но опять же нету ни БКБ у него и не знаю, чего еще он хочет. То есть, по сути, по фарму сейчас Роксы отрываются вперед. БКБ здесь не помешал, это определенно. Кстати, там у нас сейчас БЗЗ очень сильно просел. Атейн штаф. Но тут приходит Луна и собирает урожай. Нормально. Ну, только за счет Мидаса, на самом деле, они вырвались вперед, там немного. 5000 голды на 30-й минуте, почти, это не так уж много. Да, но учитывая, опять же, героев, тут реально Бэйну что-то нужно обязательно, дриадки, нужны артефакты, чтобы хоть что-то делать. А у Квантиков ничего этого нету, в то время как те же Наги Сирены и Чены, которым, по сути, больше же ни хрена не нужно абсолютно. Ну, Чены на выживаемость, а Наги, в принципе, то есть артефакты не так важны, она все равно будет давать свой сон. Да, Нага тут, вообще Нага зачастую, я часто вспоминаю ту игру, когда Иквал играл на Нага Сирене, у него был, была ветка, телепорт и 3 там 800 в инвентаре в конце игры. Он даже тапок себе не купил за игру, и они победили в том матче. Ну, то есть он показал, что Нага вообще в артефактах, по сути, не нуждается. Кстати, бабочка появилась у нас у Луны, и уже Морбид Маск есть, будет доминатор, понятное дело, сатаник сразу. Сейчас у ОД появилась БКБ, мне так, кажется, Седой, лучше. Седого проблемы большие, и успевает схватить его все-таки Бэтрайдер. И... Да, утащил его. Хотя Хекс и ТП-аут, хотя нет, есть еще бомбочка, конечно же, не уйдет. БКБ, лазбей. Короче, Дестройера появилась БКБ, и теперь нужно слип взять так, чтобы можно было фокусить его. Не начинается слипа. Сейчас, да, сейчас как раз буду дожидаться того момента, когда будет БКБ прожата у Дестройера, и моментально будут его пытаться убить. Рошан появился, кстати, 10 секунд назад. Начали его бить сразу Роксы. Седого, кстати, нету выкупа, довольно опасная вещь такая. Спорное решение, да. Потому очень... что Спектра, в принципе, она может утонуть, хотя Роксия нет, они сбили Вижн. Они типа сняли Вижн, пока бегал Нексус за Дестройером. И теперь не знаю даже Квантики, что они бьют Рошан. Да, его на халяву забирают Роксия сейчас Рошана. Очень хорошо для них все получилось здесь. Уверенно так забежали ребята, чуть больше. Не поверил. Видимо, знали, что делают. Или надеялись, что знают, что делают. То есть это уже такое. Кунка, 2700. А будет ли это Demon Edge? Как по мне, то неплохо. Кто-то думает, это все-таки будет БКБ. Тут нужно слишком. Да, это Demon Edge, действительно, как мы и предполагали. Да. Ну и просто сейчас задача будет простая, да? Зашел, щелкнул. Нормально.
Ну хотя да, какой БКБ тут? В принципе, лосо, финскрип. Просто если все будет хорошо работать, если будет, да, слип с кораблем, то там будет такая паника, что как бы Кунки, на него будет просто всем пофиг, его вряд ли будет фокусить. Да не, ну на самом деле, в любом случае, Энчантресска стоит там где-то далеко, но если она фулл ману свою выстрелит в Кунку, это понятно, да, дело будет очень плохо. Плюс под замедлением Бэтрайдера, под огнем, это все крайне неудобно такому милишному герою. Это медленный разворот и прочие дела. Мне кажется, Фуриону надо байбек сейчас нафармить быстренько и с этим Эгисом попытаться подраться качественно. Там раза. Очень скоро уже будет байбек. Там Спектра в центре и рядом со Спектрой все почти игроки Рассов. Крест. Цепляют Спектру. Да ладно. Что это было? Ой, как зафейлил здесь БЗЗ. Он два раза нажал на Х и в итоге просто сразу же... Перенервничал парень просто. Ну бывает. Но на самом деле это очень грустная ошибка, потому что... Было бы, в принципе, очень неплохое начало замеса, потому как у Спектры не было байбека. Если бы ее зафокусили бы довольно быстро, ну да, под базой врага, как бы выиграть такую драку, причем Спектра там 18 уровня, она будет спауниться достаточно долго. Кажется, некуда спешить вообще Роксан. Фурион, Лунная, Кунка, они все равно сильнее, чем ADC Спектра, потому что там Бейн без итемов, Инча без итемов. Но там просто все может дойти до той стадии, что Кунка зайдет, раз ударит, суппорты попадают. То есть вполне может. Луна пару раз стрельнет. Да, Луна там еще стрельнет. Там действительно много вот именно урона, который, по сути, для того, чтобы его внести, много ума не надо. Ты просто заходишь, нажимаешь там одну кнопку в нужном направлении и побеждаешь в драке. Ну, вообще, скиллы сами по себе хорошо комбинят у Рексов. То есть там корабль убивает всех крипов, Луна уйти. Все красиво в теории так. Как в старой дотке, помните, когда там Шейкер влетал, потом Луна, Лич, все эти ребята. Тоже там красиво, да. Классика. Как в американских боевиках. Да, и только взрывающегося вертолета не хватает. Ну, вот... Тараска появляется тем временем у Спектры. И Даггер появляется у Наги. Вот это уже, мне кажется, довольно спорное решение. Не, почему? Это очень хорошая инициация. Типа, если ты слон кренджи видишь, что ребята стоят рядом, можно слить. Просто да, ребята тебя могут не ожидать случае, по факту. Да, действительно, это хорошая инициация, но... В таком случае все-таки Спектра, она очень сильно, на самом деле, дамажит. И мне кажется, если бы было, можно было бы сделать здесь алибарду в Спектре, это было бы тоже крайне неплохо, потому что Спектра, понятное дело, БКБС не будет делать. Она же с руки не так много дамажит, сколько пассивкой, радиком. Лучше, на самом деле, пайп какой-то, чем алибарда. Ну, кстати, да, пайп, я думаю, тут бы тоже пригодился. Там все-таки хватает урона неприятного. А, хотя у него пур дэмэдж, пассивка все равно. Только радик, это если получится. Кого, где пур дэмэдж? У Спектры. А, у Спектры? Ну да. Dispersion. А нет, простите, Desolate. И Desolate, и Дисперсия тоже пур дэмэдж. Да, это, кстати, еще одна причина, почему Кунке все-таки стоит собрать БКБ, потому что он определенно будет причастен к убийству Спектры, и там с этих 3000 будет довольно больно ему выходить. Да, да. Ну, опять же, не будем забывать, там очень хороший корабль есть. Вот корабль может переворачивать любую, мне кажется, драку. Баф просто какой-то. Так, вот сильный. Цепляет Спектру. И смотри, он здесь на самом деле довольно мало здесь. Так, пошло по КБ. Сывит, отлично, Деваурер. Но ульта продолжается. Так, Спектру выталкивает еще и форстафа. Ультует, сон, хороший сон. Android. Отличный просто сон от андроида. Корабль едет и промахивается. Точнее, пошло БКБ, Спектра увернулась. Пошел жесткий отхил Спектра. Спектра бьет. Опять сетка. С Аегисом нормально, все нормально. Луна с Аегисом. Да, Луну просто разменивает. Очень больно. Очень больно. Спектре. Били Спектру, били Луну. Отличный размен для Рокскиз. Да, еще и крест под Лауру. Крест на ОД, нет у него форстаф, он умирает здесь. Отлично! Просто очень круто подрали здесь Роксы, грамотно все сделали. Конечно, корабль там получился не особо удачный, потому что Спектра успела убежать в сторону, а да, Дворер был в КБ, но все равно баф-то висел, и вот ребят повыживали. Надо Маня, еще отметить, что замес был 5 в 3. Да, Маня ничего не сделал вообще в драке. Он стоит, у него фулл хп, там 300 маны не хватает. А Энчантерски в принципе не было в замесе. Тут, по сути, очень большая ошибка была от Квантиков. В принципе, не герой на 35-й минуте с такими итимами. Так, смотри, еще Маню цепляют здесь. Ой-ой-ой, седой! Седой бык. Досадно, очень досадно. Седой действительно бык, ну такой размен никак не в пользу Роксов. Особенно нету продолжения особо у Роксов, то есть они победили драку, но они не могут сейчас пойти на... Да, позиция была не особо подходящая для них.
И, кстати, вот опять нет урны у Роксов. Но почему? Вот после того же выигранного замеса, там, например, на Гесерине не надо было лечиться. Кунке, может быть, не надо было лечиться. Подавали бы урны, и все, и все были бы живы-здоровы. Ну, кстати, да, учитывая вот этот баф корабля, который, да, снимает тебе ХП после драки, то обычно было бы неплохо восстановить вот эту разницу в здоровье. Тоже тут согласен с тобой. Ну и... Бэтрайдер с тревелами, даггером. Бэтрайдер уже с жиру начинает потихоньку беситься. Ему действительно уже вот сложно представить, что еще можно купить, кроме БКБ, наверное. Нет, ну на самом деле очень плохо, что у Мигеля нету БКБ. Этот артефакт ему, я считаю, нужен намного больше, чем тревела. Потому что, опять же, тот же сон наги можно завязать, когда Бэтрайдер кого-то ворует. Вот, и он не увезет никого. Крест кунки, это причем очень спылы с далеким ранжом, то есть что? Мало шансов. Заметочка, значит, W. Да, это победы. Результат по играм, да, 3-4 в пользу Спектры в официальных матчах счет против Кунки. Но тут Кунка выглядит неплохо, и вот с этим Кристаллисом, конечно, если валит... Ну, не в обиду Стасяну, но Кунка тут, по-моему, не ключевой персонаж все-таки. Не, Кунка, он далеко не ключевой, но он не бесполезный, как зачастую бывает. Не, он очень, очень полезный. Корабль, баф, это очень полезный скилл. Да, и да и с руки там уже урон потихоньку начинает появляться. То есть там Кристаллис, как бы, вероятность того, что он сработает, достаточно высокая. Он купил себе, кстати, уже Дейдалус, так что... А, уже Дейдалус, ну там очень 25%. Крит. Здравствуйте. Туда смотрите, ребята, там Луна с Сатаником. Луна с Сатаником, да, она уже принесла его себе пару минут назад. Луна, Луна с Сатаником — это не зрелищно, это мы всегда везде видели. А вот Критуля, если залетит. На косарик вот это вот даст. Вот это мы радуемся. Смотри, так, будут убивать сейчас Фату. Забегает. Ну, Фата как КБ. Ничего не боится. И не форстафит Кунку. Но и крест! Посадил. Придется БКБ тратить сейчас в Фате. Да, потратил он БКБ. Ну и, собственно говоря, отлично, 8 секунд даже БКБ, а... От World War все-таки нужно именно 10-секундное, потому что он сейчас, наверное, с руки больше всего ДПС наносит из команды Quantic, а, понятное дело, без БКБ он просто не сможет бить. Да, бить ему не дадут. Так, ну вот Седой улетает в центр, там за Бэтрайдером, что ли, гонец собрался. 75 тысяч преимущества уже по голде, по сути, это не так-то много для данной минуты, и по XP около да. 1000, то есть команда сейчас играет наравне, Рошан появляется через 3 минуты, примерно 2,5. Ну вот, кстати, несмотря на счет 13-10, да, на 38 минуте, нельзя сказать, что игра какая-то скучная, потому что достаточно динамичные передвижения, постоянно мы видим по карте, Тораксы более-менее агрессивно действуют, то Квантики, и вот стычки, конечно, периодически встречаются, вроде не такие уж и кровопролитные, но все же, логика... видна в действиях обоих коллективов. Понятно, зачем они халдят. Вот на самом деле, через сколько там Рошан появляется? Рошан через 2 минуты. Вот на этом пацане как раз и начнется самое-самое вот движло. Такая вот нестандартная вещь. Сейчас снизу появилась руна иллюзий. И было бы крайне круто, если бы Nexus сейчас кто-то подогнал бы ботл, и он бы просто вместо стихов взял бы все эту руну иллюзий. Потому что иллюзии такой луны — это просто сумасшедшая какая-то штука. Это, наверное, сейчас самая лучшая руна для него, которая может быть, потому что в любом случае ДД сбивается БКБшкой. Кто дестрора умирает сразу? На самом вот деле. Вот ты портишь все опять. Короче, мне очень интересно, что Спектра себя будет тарить, потому что вариантов много у него достаточно сейчас, и БКБ, и Монта какая-то, да и Блейдмейл какой-то можно тарить. Не, ну по-хорошему нужна какая-то Монта все-таки. Да, Монта, мне тоже кажется. Спектре. Несмотря на... Ну, во-первых, сплитится ульта, луны. Да-да-да. Много да, есть. Вот, очень полезный тем. Много есть разных плюсов, но основной ИС — это такой довольно очевидный, но все-таки многие про него забывают. Это мувспид для иллюзий. Спектры для ульта его. Когда нет слипа, мувспид реально сильно очень решает. Так-то на Аксире на контрит полностью. Смотри, что у нас на карте происходит. У нас Роксы делают вылазку. Что-то вообще немного удачно. Не по таймингу. Очень? Не-не-не, нормально. Нормально, примерно по таймингу. Ну, кстати, любопытный момент, причем их не должны были здесь увидеть. Сейчас, походу, будет неждан для кого-то. Причем забегает кентавр, такой, мол, братюни. Так, стан. Чен спалился! Не-не, атака пошла, от хилы. Так, ну смотри, очень хорошо принимают Сокса, Сокс, Хиксе, БКБ, Деваурер, да ладно, засейвили тут по факту Спектру, хотя нет, недолго ей все равно здесь осталось жить, поехал корабль, туда прыгает Бэтрайдер, корабль баф дает, вроде уже неплохо, Спектра ушла на там одном хп, просто Спектра делает телепорт и... Стан хороший, стан Чена и... Может, да, Nexus, это минус все. Вашу регена кинул, у них просто все умерли.
Страйдер не туда уехал. Седого Рошан просто завесил. Да. О боже. Рошан победил. Вообще действительно как-то странно получилось. Там, кстати, смотри, уже на месте парни из Quantic, то есть нельзя здесь воевать. Нет выкупа у Фариона. Ну да, судя по всему, они Рошана отжимают. Ну вот если бы не этот фраг от Рошана по Фуриону, то все было бы не так грустно. Фурион бы сейчас уже пушил лайны оба причем. Ну вообще не очень удачно Рексы встали, если честно, в этой драке. Да, позиционочка, конечно, хромает в таких ситуациях, особенно слип был не совсем удачный. Ну и Рошан-то с сыром, не будем забывать. Третий важный Рошан. Да, сыр для спектры, это, блин, это очень важно. Надо бегать, надо бегать. Есть БКБ у Нексуса. Вот только когда откуда унилось. Так, пойдет сейчас корабль. Так, корабль Торрент. Отлично, отлично. Вот он, поехал корабль. И критуля прокает, и просто пол столба с удара снимает БЗЗ. Лежит Аегис. И сыр, и Аегис. Слотов нету, у Деваура разбирает, он Аегис сейчас продает еще какую-то фигуру. Он съел сыр, взял Аегис еще. А, да ладно? Да. Ну, кстати, он убивает здесь андроида, и Йола тоже он убивает. Йола убивает, и не смогут тыпнуть сейчас Нексуса, но у него есть сатаник. Какой фейл? Сатаник, но дэмэджа мало, что отжираться сейчас не получится. Его просто принимают. Ультракил от Фаты! Да. А начало-то такое хорошее было? Я бы так не сказал. Мне ну, кажется, на самом... Очень... Вот мы же все знаем, как часто бывает эта вот ситуация, то, что одна команда нападает на другую, когда та бьет Рошана, когда они все находятся в этом узком проходе, и вот, по сути, Роксы сами себя загнали целенаправленно в эту ситуацию. Без Рошана даже. Они решили так удивить просто врага и подраться оттуда, но и мы видим, чем это закончилось. Конечно, в каком-то роде сыграло здесь очень сильно преимущество стороны и относительно расположения Рошана, то есть намного быстрее получился. На! Плюшанрик залетает! Нексус уже здесь! Пошла ульта, но много крипов, БЗЗ пока еще жив. Убили Бейна, еще убили Критуля! И куда побежала Спектра? Спектру можно пытаться забирать! Есть сетка. Отлично! И зацепили Мигеля. И цепанул Бэтрайдера. Надо ударить. Потому что будет блинкаут. Нет, форстав. Бэтрайдер загорается. Сетка. Да. Отлично. Есть сетка. Даггер, одна секунда. Нет, сбивают. Все, отлично. Ну и сетки нельзя делать блинкаут. Тем более. На самом деле у Бэтрайдера. И, кстати, гем лежит, опять же. Да, у байбека, байбека у спектры нету, ребята, это очень важный момент. А ты спрашивал, зачем даггер, Андрюха, видишь? Вообще просто очень плохо шарю, я всего лишь комментатор, ты должен понимать, что я не обязан знать такие вещи. Ну, в общем, сейчас очень неплохая ситуация для Роксов в том плане, что сразу два лайна очень сильно запушены, и они должны заходить. Реально, 40 секунд, 3 в 5, даже пофиг, что они там биты. От андроида все равно толку нет никакого, потому что это нага без там ульта, да, вот она только может сейчас минус арморочек какой-то подкинуть, это неплохо. Там, кстати, на крест посадили Фокинмэда. Так, еще и сетка в маню. Сетка на Бэйна как закинул. Ну, просто надо снести линию. И... Андрюша, андроид, конечно, серьезно здесь решает вопросы. Ой-ой-ой, Фату пробивает, Фати бы тычку, Торрен! Точно Торрен, отлично, минус Аегис. На ровном месте просто Фату дают Аегис, отдают они сторону. Очень много получили после этого удачной защиты Роксы. Преимущество сейчас обновиться, но уже больше 10 тысяч по голде. Ну что, даешь рапиру на Луне, например? Как тебе такое? Я тоже за. Да, мне кажется, не стоит рисковать. Не так все плохо, Квантик. Так, гем появляется у Бэтрайдера еще. И так, ну, понятно, вот Бэйн этот, он вообще почти не реализовывается. Его просто не видно в драке. Вот, да, его реально не замечают. Абсолютно юзлес герой в файтах. Ну, все. Его сделали юзлесом, потому что фармить начали обе команды. А Бэйну фармить, ты че? Ему надо бегать где-то. Он мог вместо арканов, вместо фурстафа просто Седова взять нашли. И начать себе делать БКБ. Или нет, Седой убегает. Да, Седой убегает. А, с БКБ это был бы совсем другой герой, абсолютно. Не знаю. Он бы все 5 секунд мог бы кого-то держать в ульте. А он сделал фурстаф, который, ну, честно признаться, не особо нужен, который лучше бы сделать Чантус. Нага. Ну, а даггера нету, не допрыгнула! Уже нет смысла, потому что в любом случае... Ну, вот Яша опять же здесь пошла, спасла. Кстати, вот по поводу даггера, где-то недавно Мисс Бастерс было, я не знаю, вы в курсе или нет, что даггер блинкует на разные расстояния. Ну, это зависит от того, как ты его нажимаешь. Именно. То есть, если ты жмакаешь далеко, он тебя блинкует на 1000 рейнджа. А если ты жмакаешь между 1000 и 1200, то он тебя блинкует именно туда, куда ты нажал.
Ну да, то если есть... дабл-кликом, то еще меньше, там где-то рейнджина 800. Ну, то есть там, да, вот такие интересные моменты. И вот как раз сейчас, например, Нага прыгала, возможно, именно этих там 200 юнитов и не хватило. Кстати, не знаю, ребят, всю жизнь прыгал на максимум, у меня даже стояло вот это вот раньше, когда можно было прописывать рейндж, у меня что это... был рейндж 1200, он, вот, если нажимать больше, то он допрыгивал все равно 1200. Ну, я вот просто говорю, я видел этот видос, ну, с тестом, то есть там все достаточно чисто было проведено в плане жульничества. И... мошенничества. Да, и там было очень четко видно, что если прыгаешь за рейндж, ну, типа, таргет за рейнджом, то ты на 1000 долетаешь. Если же клацаешь на цель, которая на 1200, то ты подлетаешь к этой цели. Ну, вот что-то так интересно стало, но во второй доте вроде не так, как в первой, где, помните, когда я купил даггер в таком магазине, туда тебя дабл-кликом и отправляло. Да. Во второй, по-моему, всегда в сторону базы тебя. Угу. Я не помню, я да, просто очень редко дабл-кликом даггер лежаю, поэтому... Так, тут кунка. Так, ну посмотрим, но видишь, все графики, 14 тысяч по голде и около 7,5 по XP. То есть сейчас действительно мало очень артефактов в спектре. Единственная хорошая, наверное, надежда команды Quantic выиграть замес, это сначала поставить спектру, чтобы ее убили, потеряли много всего и с выкупа с ульта спектре прилететь и, соответственно, сломать барак. Да, да, вот этот расклад, конечно, идеальный для них, но я думаю, что Роксы тоже, скажем, не лохи и подсуетятся для того, чтобы не допустить такой момент. Так. Да, но в любом случае, на самом деле, для спектры этот расклад не самый благоприятный, учитывая то, что артефактов у него пока еще недостаточно, чтобы просто копить деньги на байбеке. Ей сейчас реально нужны арты, а если она будет так делать, то, соответственно, смерть и байбек это очень... Ну, сейчас в копеечку влетают, да, там полторашка уже стоит байбек, а 1500 это уже действительно там, ну, допустим, у тебя 500 ГПМ, да, это 3 минуты времени. То есть ты даришь фактически там 3 минуты лишних там керри вражескому. Так, там Луна просто нереальная с этим Дейдалусом. Урона у нее, ну, видимо-невидимо. Да, Nexus там действительно, если будет критовать уже, то все очень будет там серьезно, под 900, наверное, дэмэджа. А еще есть аура Волка и Владимир. Просто плюс 260 дэмэджа. Дикие вещи какие-то творятся. Да, критулечка будет залетать. Ну и кунка. Кунка из спектра. Крест. 400 дэмэджа с руки. Поднимает. Кстати, Хекс. По спектре корабль. По спектре. Спектра ничего не успевает сделать. Очень много вижена. И спектра неужели умрет? Неужели умрет? Еще тычка! Да, минус! Но есть байбек. Конечно. А как они видели ее? В смысле, как когда они ушла, видели? Когда там, она ушла в лес. Там деревья вроде же стояли фурионовские. Не-не-не, она уже забежала в этот маленький лесок, и почему-то все равно Роксы ее видели. Ну, вот спрутов вижу. Ну, там спруты просто, да, они 5 секунд спруты стоят. Спруты же развалились. Еще. А, если были, то да, вопросов нет. Один, если стоит, то все равно, да. Ну, вроде как, да, вроде были спруты. То есть это... А, да-да-да, все, я тупанул, там действительно были спруты, я очень сильно извиняюсь перед вами. Так, Войд, вообще, нет тебе прощения. Так. Кстати, вот нормально, да, подсказывают, что у Луны-то винрейт... порядочный. Да на самом деле сейчас рапира Луне вообще не нужна, потому что, ну, у нее, да, так, да. 400 дамага с руки плюс 300, это даже меньше, чем в два раза. Она сатаника будет себе по полстолба отхиливать там с одного удара. Ну так сложно на самом деле придумать даже что-то, пчел не купить еще. 100% ей нужна манта. Да-да-да, манта. Норм, обязательно. Норм, Андрюха, действительно. Вот и помолчите, ребят. Все. Пока затягивается у нас игра немного. Кстати... тоже интересная очень вещь. Сейчас, видимо, изменение как-то доедалус. Если Луна критует, то все равно идет баунс Мунглейва. Ну, урон просто считается с критом по первой цели, вроде как. Ну да, конечно. Да. Не, ну, в любом случае, раньше было все еще хуже, то, что вообще баунс не работал, если вылетал крит. А, да, раньше, ну... много чего не работало. Когда-то, да, много действительно. Ну, не знаю, как для вас, для меня это вот открытие, например. Так, тут кунка. Кунка. Бьет! 1000 крит! И БКБ... прыгает. Кунка не успевает прожать БКБ, и кунку, скорее всего, убьют. Да, и корабль даже не успел кинуть. Правда, это Фату, надо отжимать слип. Надо отжимать слип и убивать Фату. Седой. Плюха, нет. Нету. Ну, убивает хотя бы Маню. Там срочно, уже срочно нужно убить. Отлично. Сетка, очень вовремя сетка. И минус. Спектра сейчас, правда, там Йол еле живой. А, нас она же не байбекалась. Она не байбекалась. Тогда... но все равно. Интересно, зачем здесь фиданул в таком случае Андроид? Он мог же отойти, в принципе, свободно.
Ну вот Android возвращается, полторы минуты ему еще до ульты, но как раз примерно через эти там, полторы минуты появляется спектра. Хотя, скорее всего, и будут, да, разводить на байбек. Будет у нас скоро подхил. И вот опять, почему нет урны? Просто, а, стоп, у Наги вроде есть. Нет, у Наги нет урны, и вот получается, что Чену приходится что-то сейчас сделать, ну, куда-то идти. Может Меку жать прямо сейчас. Ну, не Меку, знаю, хорошо, почему. А так бы он просто нажал урну, и Мека бы осталась там для драки лишний раз. Не, ребята, я не спорю, урна полезный этим. Очень-очень, конечно, полезный. Так, там Аганим появился у козы, вот сейчас ей вообще нельзя давать стрелять. Конечно, там еще она без мома пока, я уверен практически, что мом там мы увидим. Так как либо она просто в ДПСит по полной, либо ее снесут, и вариантов там с момом или без, в принципе, нету. Судя по тому, что он Аганим фармил под 50 минут, я думаю, мом мы не скоро увидим. Да, есть уж такое подозрение, особенно то, что байбекаться еще по сути здесь нужно. Да. Потому что энчантерская с Аигис, ой, с Аганимом, это уже довольно-таки неплохой ДПС, и если ее убьют первой, это будет неприятно. Так, появляется Рошан. Мы, кстати, совсем забыли про этого пацана. И... Ну, сейчас мы опять на него на некоторое время забудем, потому что умирает он крайне быстро. Не успели до спана. Аигис сыр разобрали моментально. Гем, кстати, остался валяться. Ну, слотов банально нету. Хотя у Наги ж был вроде слот. Да, у Наги был. И у Наги два гема. Правильно. Ну, теперь даже сложно представить, что квантики смогут сделать драки, когда есть Аигис на Луне и сыр на Кунке. Вот в прошлой драке еще сыграла свою роль то, что Кунка слоупок и не нажал бы КБ, когда нанес удар. Вот просто бы он нажал бы КБ, он бы выжил там, ну, стопудово, и корабль бы вошел, там бы драка была вообще в салат. Так, да, сейчас, если он умрет, он будет байбека. Спектра будет с мантой в этой драке, кстати. Если прям сейчас такое сделает, ну так. Ну, Нексус подходит, Глиф поражат только что был. Я не знаю, чего боится Нексус на самом деле, и чего вообще боятся Рексы. Спектра, скорее всего, наверное, не будет делать все манту, потому что ей сейчас реально нужен байбек. Да, байбек нужен. Без байбека сейчас воевать вообще не вариант, потому что под своей базой, если ты там хотя бы на 10 секунд лишних провтыкаешь, то... Ну, Кунка, ну ударишь. Так, а почему по мину заходит, простите? Не знаю, им блин, у Фариона под 4 левела инфиблом 320 дамага. Это тоже какая-то жесть, реально очень много. Смотри, реально 4 левел инфибл это такая грязь. Это просто тоже у героя 450 урона, и криты у него тоже будут касать, когда он соберет все. Вот с этим альфа-волком, с этим кобальдом, который дает тоже неплохой МС. Очень хорошие крипы у Йола. Да, реально очень-очень крутые. Огр-мага. То есть тут, да, действительно, тут уже вот эти скиллы, типа станов, они не так важны. Так, урывается, но Луна здесь. Хорошо пробивает БЗЗ, очень хорошо. Сыр прожимает. А Егис, ой, БКБ нажми, Стасянчик. Нет, Стасянчик пока не нажимает на БКБ. Так, нету БКБ у ОДЭ. И тут крипы начинали принимать, тут забегает Нексус, БКБ. Ну, проблема здесь у Бэтрайдера. Нету ничего абсолютно. Бендер сидит двора, ударяет жестко крит, умирает Бейн. Седой просто. Там Седой такие плюхи отвешивает. И тебя вылечим. И тебя вылечим, говорит. Сейчас бы еще вот БЗЗ кого-то шваркнул. Так, Седой, еще одну плюшенцию. Тут Андроид! Блин, ну дай же ты ему удар! 80 хп. Мигель, лоу HP. Мигеля бы. Сатаник есть до сих пор Нексуса. Так, вот Нексус дождался, но Нексус остается один. Нужен Фурион. Да, Фурион сейчас будет лететь. Фурион уже здесь. Контролить нечем. Ну, минус спектра. Нексус сатаник не юзал еще даже. Да, Нексус вот ждет сейчас, но вот правда может дождаться. Вот сейчас будет сатаник и... Нет, даже он не нужен особо здесь. Пожалуйста. Ну, это ГГ. Это реально ГГ. Купается ОД, хер через 10 секунд, это минус вторая сторона, и может, в принципе, отходить 7500 у... Нексус сейчас. Фурион сейчас может просто на развороте в инвизе забежать, дать хекс в любого из персонажа, Луна его сбреет без шансов. Вообще не ощутит. Ребятки, ля-ля-ля-ля-ля. Так, так, хекс вот по Нексусу. Нексус хочет здесь умереть очень все-таки. Ну это уже подрасслабил булки свои, Игорян. Да, ну типа два лайна снесены, тир 4 осталась одна вышка, 500 хп. База будет гореть, вот просто гореть, потому что есть Фурион. Вот с одной линии снесенной очень проблематично, с двумя, да, вообще, ну типа задница наступает. Но если у тебя еще и Т4 нету, то отбиваться вообще нечем. Там любая ульта Фуриона, это все, это горящий трон. Тут надо отметить, что герой еще не самый лучший для отпуша линии. Да, согласен. Да, ну, с Квантиком, конечно же, в этой ситуации сейчас нужно просто идти и навязывать драку, потому что ни у Кунки, ни у Луны нету байбека, и у Фуриона, в принципе, тоже эти все герои выкупались. И если они выиграют этот замес, то у них будет возможность, в принципе, как минимум сравняться по сторонам. Ни у кого нет байбека. Да, вообще ни у кого нет байбека. Кстати, Луна себе пересобрала БКБ, старый где-то там на базе валяется, да, вот он. Ну,
в любом случае рисковать нужно сейчас именно Квантиком, а не Роксам. Конечно, поэтому... конечно. Поэтому там нужно сейчас именно... ДД, кстати, пробовать. Лежит внизу, если Луна смотри, поднимет. Смотри, ДД. Седой забегает на Бэтрайдера. Седой, на самом деле, ему лицо расквасит, но Бэтрайдер, опять же, прочувствовал этот момент и улетает. А почему все-таки Седой собрал МКБ? Криты же были бы намного более серьезные. Конечно. Здесь. Вообще в разы серьезнее. Не знаю, может, он думал, что Спектра там какой-то Баттерфляй себе купит, но, как мы видим... Седой не любит рисковать, не любит рандом. То есть вот, вот так. Ну, вот. МКБ тоже рандом, извините. Но там... там. Ну хотя, с другой стороны, там 25, там 30% разницы на самом деле особо. Понимаешь, нет. Да, Андрюх, на дистанции как процент. А, там 35, точно. Проценты, проценты. 10%. Да. Это колоссальные цифры, вы че? Не, ну. Все равно ДПС намного больше дает Дейдалус, чем МКБ в такой ситуации, конечно. Когда нет никаких там пандрин-дремастеров, нету никаких миссов и вообще ничего такого. Вообще, Спектра напрасно, если я не взяла эту медальку за 1800. Мне кажется, давно пора уже. Ну да, продать тот же сейчас барабан и взять эту медальку. Выживаемость повысится в разы, конечно. Ну, разы, правда, что сейчас... Нексуса нету. Чересчур с Ивова играют. Что-то купил там себе Нексус. Никто не нашел еще этот ДД внизу, оно лежит уже минуты 3. И оно реально сейчас жестко будет выглядеть, очень на Луне какой-то или Спектре той же. А, Нексус обновился БКБ. Вот, да ладно! Чем-то. Да, да, мы говорили вроде. Ну да, минуты 2 назад, наверное. Не, ну вот Дред там свою доту сейчас. Да нет, он сейчас купил на вот эти деньги, он обновил БКБ, о чем речь. Опять что ли? Так, я понял. Молодые люди, это мы вырежем. Хорошо, да. В эфир это не пустим. Кстати, The Vaurer с рефрешером, да, вот. Этот момент очень интересный. Роксан нужно зажаться на базе и начать наги фармить еще дифузатор раз. Смотри, 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 Бэтрайдер. Заметили его. И... что, его не убили? Да, боятся. Роксан сейчас ждать выгодно. Ждать еще байбека вот Луны, Фуриона, еще 3 минуты. Там и вообще сейчас, сейчас нужны драки. По полной дефит базу, которая постоянно горит. Фурион ультит просто по кулдауну. Обе линии запушены. Квантики понимают, что надеяться могут только на ульту Спектры. Это хорошо, почему? Потому что у нее не будет второго шанса. Так, Бэтрайдер влетел, поймал да, опять кунку. Очень неудачная цель, на самом деле, выбрана. Ну, как сказать, там, а хотя кунка успевает прожать БКБ, да, и продолжает душить кунку. Но тут заходит Нексус, опять же, баф корабля, очень быстро погибает один, ну, второй. Без шансов. Без шансов, действительно, разваливают. Right-click gaming тут уже. Почему неудачная цель? Потому что это единственный герой у Роксов, у которого сейчас есть байбек. Зафокусить ту же Луну намного проще было бы и профитнее. В той ситуации, когда им нужно рисковать, тут реально нужно заряжать сразу два ульта обсидиана, да, в Спектру, ой, в Луну, пытаться его убить. Так, ну что, игра была крутая, на самом деле, действительно... Мне очень понравилось, Роксы показали уровень. Причем квантиков выиграли они. Квантики у нас не какие-то там с горы. Сейчас вот мы введем результаты. Я хоть посмотрю, что там у нас в турнирной таблице, какие изменения наступили, потому что там квантики неплохая стата у них была. И... хорошо сыграли. Так. Да, действительно, очень хорошо сыграли. Но на самом деле это одна и другая команда сыграли хорошо. Да, да, очень круто. У квантиков, мне кажется, немножко подкачал пик. В начале Ганги, Инчи и Бэйна, конечно, были здоровские, но. В стиле игры, который выбрали команды, это просто, по сути, фарм. Конечно же, Инча и Бэйн не слишком-то полезно, когда они не гангуют. Ну, на самом деле, Инча не слабый герой. Она могла себе вторить какой-то мидас, постараться. И она бы имела итимы. Да, но они, как правило, очень много гангали, занимались виженом, товара не забирали, поэтому реально мало денег было у Инчи, и от этого все, по сути, пошло. Но действительно, если бы она собрала бы Мидас, и был бы он сейчас там Мидас, Аганим, БКБ и Мом, я думаю, ситуация была бы совсем иная. Да, но в любом случае, игра достойна внимания отдельного, много любопытных моментов, хорошие комбинации в исполнении Роксов в начале игры, мы помним, с этим кораблем, там, классно исполняли со Слипом. Но будем прощаться, наверное, с нашими зрителями, уже достаточно поздний час. Спасибо вам, судари, огромное за то, что вы составили мне компанию. Пожалуйста, Роман. Очень приятно, приятно было строить да, свою компанию. Зовите, очень интересно с вами комментировать. Постараемся, постараемся по возможности. Если будет действительно таковая, то в принципе без проблем. Хорошая реклама у вас на стриме, это esportbets.com сайт.
Живой азарт, холодный расчет. Да, да, холодный расчет, все дела. Давайте, пока. Все, давай, мужик, до связи. Ну и я тоже уже буду с вами, наверное, прощаться. Вон Дред, ну, может быть, пару слов скажет. Я тоже с вами буду прощаться. Ну, ребят, во-первых, на правах рекламы хотелось бы сказать то, что довольно скоро, скорее всего, будем с Алексеем играть папчики. Вот, так что, у кого остались силы еще посмотреть дотки немного, да, пожалуйста, приходите и смотрите. Вот, ну и, конечно же, следите, следите за нами. Я хочу, чтобы вы за нами следили. Да, все, вот. Давай. Ну и до новых встреч по ту сторону сетевого шнура. В общем, да, Дред у нас тут со всеми уже попрощался. Я хочу сказать тоже на правах рекламы, что, возможно, я по приходу домой немного постримлю Hearthstone-арену. Но это все будет чуть попозже. Следите за анонсами у меня в Твиттере, у Дреда в Твиттере. Я сейчас вам напоследок покажу наши твиттерки, твиттерочки. И давайте быстренько там записывайте. Что можно еще? Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, друзья. You